Многодетные мамы могут уйти на пенсию раньше. Согласно последней редакции закона о страховых пенсиях, женщины, родившие троих детей, имеют право уйти на заслуженный отдых в 57 лет. Четверых в 56, а если детей 5 и более, в 50. Основное условие – официальный трудовой стаж, когда работодатель отчисляет взносы в пенсионный фонд за сотрудника не менее 15 лет. Если у женщины двое детей, она также может рассчитывать на досрочную пенсию. Но при этом рабочий стаж должен быть не менее 20 лет.